Друзья, всем привет! Меня зовут Серега, вы на канале «В поисках золота». Мы в весеннем лесу снова копаемся по скифам. Выехали, не так далеко от Житомира. Немножечко в другое место, не там, где мы копались раньше. А решили проехаться в разведке по новым местам. Нашли один интересный ручей в лесу. Идем в разведке. Мы идем с одной стороны по ручью. А друзья идут нам с другой стороны навстречу по этому же ручью, идем по одной стороне. Пробиваем сначала одну сторону, потом пойдем пробивать другую сторону. Есть у меня, в общем, находочка первая по скифам. Выкопал перед этим несколько дробинок, несколько гильз, пуль, как обычно, ничего нового в лесах не попадается. В общем, есть находка по скифам, сейчас я вам покажу. Тут такой грунт, более песочный, чуть-чуть выше на горбу, там такой получается чернозема больше, и деревья растут, соответственно, преимущественно там лиственные, а здесь уже пошел такой более песчаный грунт, и здесь сосновые растут деревья. И смотрите, вот она, первая находочка по скифам, какая-то скифская пришивная штучка. Тут вот есть ушко с этой стороны. Я думаю, что они тут по всему лесу бродили, лазили, эти скифы. Надо пробовать место раскручивать, как бы. Находка есть, уже хороший показатель. Вот так вот. Иди посмотришь, что я нашел. Смотри, такая вот соломянистый бронза штучка. Великий зацеп. Там с другой стороны ушко, видишь? Есть. Прикольно. Не глубоко лежала такая. Молодец. Прикольная. Дуже. Давай попробуем тут покрутиться в этом месте. Крутись. Кручусь. Все, друзья, забираем находку, идем дальше искать, смотрите. Друзья, а я спешу вам напомнить, что по достижению 10 тысяч подписчиков мы проведем розыгрыш на канале и разыграем золотое черняховское украшение из чистого золота. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайки, чтобы принять участие в розыгрыше. Друзья, у меня коп скифов превратился в коп по войне. Вот нашел уже 4 целых патрона. Я там еще идут сигналы. И буду сейчас... Сейчас рацию выключу, чтобы не мешало. И тут еще идут сигналы. Я думаю, что там еще не один этот патрон. Сейчас пристрою куда-то камеру или так покопаем онлайн. В общем, роемся, друзья.
Сейчас все-таки пристрою камеру, потому что так неудобно с ней. И копать, и снимать. Секундочку, друзья. Везде эти патроны. Еще один патрончик. Мы потом это все обезвредим, сделаем фейерверк. Разворачиваемся. Пуля с патрона. Вроде все. Сейчас прозвоню еще. Все, друзья. Я вам скажу, копать патроны, то еще приключение. Фу, блин, жарко. Вроде на улице может быть плюс один, плюс два, но покопаешь и становится жарко. Сейчас их разберу, и мы где-то их подожгем, обезвредим, и гильзы заберу, шмурдяк войдут. Все, друзья. Сейчас посмотрите фейерверк. Оторвал кусочек коры березовой. Сейчас на них, на кору высыплю порох. И мы это все подожгем. Зажигалочку надо найти, только где-то была у меня. Зажигалочка есть. Я думаю, газа хватит поджечь. Есть какая-то. О, сойдет. Разбираем. Порох высыпаться не хочет. В одном патроне порох отсырел чутка. Я надеюсь, что остальные нормальные. Отсырел гильза тут вот, прогнила. Видите? Там пороха еще половина. Сейчас попытаюсь его как-то выстучить оттуда. Вроде нету. О, тут тоже сыроват. Не знаю, ли он подожжется, или я смогу его поджечь. Но очень хочется сделать фейерверк. А, сейчас еще уроню все. Сырой вообще порох. Очень сырой. Прям с водой. Давайте следующую. О, тут другой порох. Сухой. Патроны везде. Разный порох.
Хорошая горка получается с пороха. О, тут должен быть сухой, я надеюсь. Да. Его там остается много, не хочет высыпаться. Еще один патрон, последний. Постучать, у меня ножик есть это. Сейчас попробуем ножичком по нему постучать. Там вообще вода в нем. Ладно, подожгем. Попробуем поджечь то, что есть. Сырой, а загорел как надо. О, смотрите, как догорает сырой порох. Вот и все, друзья. И ничего не осталось. Он еще дограет. Все, забираем гильзы на шмурдяк и пойду дальше. Попробую ту сторону немножечко пробить. А может, переберу сейчас через ручей на ту сторону и попробую там походить. Там у нас тоже были находки по скифам. В общем, такое, друзья. Иду дальше, смотрите. У Сереги наконечник. И у меня тут сигнальчик. Нак 100%. Ага. Классный. Совтулочка. Ага. Прикольный вообще. Чуть почистить. Классный, классный. Не, не нак. Пуля, прикинь. Пуля дура. Бывает. Оббил как наконечник вообще. Да. Обидно, досадно. Я думал, тут пуль уже не осталось, если честно. Война. А тут, видишь, есть еще. Да. Все, идем дальше. Андрюха, красавчик, накопал штук 7, наверное, наконечников. Молодец. Серегины находки. За сегодня еще не все. Думаю, что еще будут. За 20 минут. За 20 минут, да. Как обычно знают все рассказывать. За 20 минут. 2 часа походил. Ага. Полные карманы находок. Супер. Ну, надо дальше идти продолжать. Все, идем. Друзья, смотрите, был сигнальчик сейчас вот здесь вот. Начал пинпоинтером проверять стенку. И вот, как вам показать. Вот он, видите,
Торчит. Оп. Наконечничек. Класс. Они такие классные. Супер. Супер остренький, хорошенький. Нашелся. Андрюха вот здесь вот где-то ходит рядышком. Серега там. Вон Серега. Есть наконечник. Серега! Нак! Ага, спасибо. В общем, друзья, ходим. Вернулись на старое место. И дохаживаем, в общем, здесь, что осталось. Все супер, я доволен. Нак. Идем дальше искать. Стараюсь снимать все более-менее внятные сигналы. Есть сигнал такой без VDI, но VDI не показывает. Сейчас копнем его, посмотрим, что там. Может нака, может быть и дробь, может тоже быть. А не, вообще пуля, смотрите. Прикиньте, вот это поворот. Пуля. Блин, так хотелось наконечник, но не судьба. Что-то наконечники мне сегодня не идут. Одни пули, гильзы, патроны. Прикол какой-то. Не мой день. Иду искать дальше, друзья. Смотрите. Друзья, погода поменялась просто кардинально. Еще минут 10 назад светило солнце. Было тепло, хорошо, птички пели. А тут начался просто мрак. Снежная буря. Посмотрите, что творится. Заметает снегом. Не знаю, как камера не передает или не передает. Но просто творится мрак. Надвигается снежная буря. И я думаю, что надо заканчивать уже на сегодня скопом. И двигаться к машине. В принципе, что я вам хочу сказать. Были в разведке. Прошли в разведке несколько мест. Потом вернулись обратно на наше старое место по скифам. Тут Андрюха копал. Накопал наконечников. Ну и мы там, я один нашел или два, не помню. В общем, что-то накапывается потихоньку. Но я думаю, что с этим местом уже пора завязывать. Тут уже все. Надо искать новые места и заниматься разведкой. Погода испортилась просто кардинально. Такое ветер. Сейчас чуть успокоился, но был просто ужасный. В общем, все на сегодня. Сейчас по рации вызову Серегу с Моникой и будем ехать домой. А, Серега вот здесь сейчас рядышком. Сейчас подойдем к нему, спросим, что он там нашел. Сережка решил далеко от машины не ходить. Я так понял. Серегонька, что там с находками? Все то же самое без изменений. 4 наконечника. Я потом пошел туда дальше, там снега навалило. И вернулся назад. Да. Давай посмотрим еще раз твои находки. Давай. И будем заканчивать коп, наверное, да? Закругляться, да.
Ну, все как было, так и осталось. Вон, такой красавчик, такой. Видишь? Вон. Деньга, конечно, в сохране. Такая вообще пойдет. Зелененькая. Зелененький он был. Вот, ага. Смотри. 4, вон, такая тоже неплохая. 1767. И баратинка, да? Баратинка, да. Ну, такой результат. Не, ну такое. Для такой погоды совсем даже неплохо. Неплохо, да. Так, ну все, что там, Андрюха еще копает. Андрюха с утра приехал, накопал больше всех. А мы занимались разведкой с утра. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки и пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будет у нас еще экспедиция, еще увидимся. Всем удачи, всем пока!